Всем привет! Это очередная серия уроков для зеленых поясов Лао Фэн Чэнь. И в этих уроках речь пойдет и об использовании подручных средств, к чему мы обращались на предыдущих уроках. В этих уроках пойдет речь и о прилипающих руках. Мы снова расширяем наши возможности в этой связи. Мы будем осваивать и различные возможности, ну в частности, например, ваших предплечий, атакующие защитные действия в этой связи. И так далее, и так далее. Эти уроки, вот эти вот несколько уроков, являются расширением ваших возможностей, которые вы освоили на предыдущих уроках. И здесь вы получаете новые опции, новые вариации того, что вы осваивали перед этим. Еще раз хочу напомнить, что использование подручных средств – это такой же, наверное, важный скилл, как рукопашная работа. На самом деле, в условиях города, для урбанизированного населения – мне кажется, это такие бесценные достаточно скиллы, потому что у вас нет возможности носить с собой какое-то, ну там, традиционное оружие. Много очень запрещено, ножи определенного размера только можете с собой носить, и не дай бог пусть их в ход там и так далее, и так далее. Вот уметь работать и рукопашно, и с использованием буквально подручных предметов, которые вот могут попасться вам под руку, как говорится. Мне кажется, это очень важная такая тема для современного общества, для современных бойцов. И здесь мы, с одной стороны, вроде бы не сильно отдаляемся от классических методов тренировочной такой активности в боевых искусствах. С другой стороны, мы как бы затачиваем эту тренировочную активность, ваши скиллы, под реалии современные. Подробнее об этих уроках и ссылки на них внизу в описании к видео.